Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1833. В житиях часто упоминают о том, что когда начинали прославлять кого-то из них при их жизни, то они уходили еще дальше вглубь лесов, чтобы сокрыться от славы человеческой. Это действительно у них было, или только для виду они так делали, чтобы из этой скромности создать себе посмертную славу? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Похоже больше на второе, потому что при жизни они много говорили о презрении славы и чтобы труп их в болото за ноги стащили. Но этим как раз их предшественники пробили себе дорогу лежать в храмах, чтобы им поклонялись. И они это прекрасно понимали и догадывались, что и их тела мощи новые ждут такие же почести. И любое их отклонение от славы приводило к еще большей славе, уводящей людей от истинного поклонения воскресшему Спасителю. Почему-то апостолы не завещали, ни завещания не делали о телах своих, ни почитания им не было, а просто похоронили и все. Даже единичного замечания нет, что чудеса от тел их были или мироточение, благоухание. Всего того, что потом рекою потекло в дыру безверия и в бездну отсутствия Слова Божия. Деяния апостолов, 8 глава, 2 стих. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Началось самое настоящее языческое, дикарское и шаманское преклонение пред видимым маленьким божеством, безбрежное поприще самодеятельности и поиск чудес, видений, сновидений и прозорливости. 1 Коринфянам, 1 глава, 22 стих. «Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Савва Сербский, 12 января. Святой Савва создал в Отопецком монастыре палаты, одну с именем своего отца Симеона, другую со своим именем. Эти палаты остались навсегда в память их.